Смотрите точнее. Была поверка счетчика, так-то больше ничего. Пассажиры батарейки стали принимать. Также впервые в Тюменской области заключены концессионные соглашения. Но обо всем по порядку. Перевести автомобиль на газ совсем непросто. О том, как выглядит эта процедура, расскажем сегодня. Табор ушел на елку. Расскажу, как маленькие цыганята с Дедом Морозом познакомились. Тележурнал «Точнее» на канале «Тюменское время» смотрите в 18:30 и за час до полуночи.